это Моцарт? Ну, почти. Это Дропкик Мёрфис, саундтрек к гениальному фильму «Отступники» Мартина Скорсезе. Не узнал. Ой, ну ладно. Это на тебя так интерьер консерватории повлиял? А мы в консерватории, я просто рояль увидел. Это «Бери выше» — программа о том, как и где учиться в Украине. И как при этом незабываемо провести студенческие годы. И сегодня мы посмотрим, как готовят настоящих музыкантов в Национальной музыкальной академии Украины. Нет, без шансов. Нормально, чё? Академия создана в 1913 году и носит имя Петра Чайковского. В составе Академии 5 факультетов и 27 кафедр. Тут готовят 17 бакалавров и 17 магистров. В Академии учатся свыше 1100 студентов и работают около 300 преподавателей. Сегодня здесь учатся свыше 120 студентов из разных стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Музыкальная академия — это место, где запросто можно встретить мэтров мировой музыки. Вот, например, Мирослав Скорик. Всемирно известный композитор и искусствовед, который преподает в академии, точно знает, чем должен обладать настоящий музыкант. У тебя мать, бесповечно, добрый слух. Нужно иметь бесспорно хороший слух, чувство ритма, какую-то фантазию. Композитор после окончания академии должен уметь писать фактически все. На первом курсе студент-композитор занимается простыми музыкальными формами, обработкой народных песен, романсами, прелюдиями и так аж до произведений для струнного, а позже и симфонического оркестров. Уже в качестве выпускных произведений создаются большие музыкальные формы — симфонии, кантаты, оперы. Конечно, с прицелом не только на преподавательскую аудиторию. До публики, до... Идет к публике, к музыкальной общественности, чтобы она услышала. Он хочет, чтобы его музыку поняли, ею вдохновлялись, переживали, реагировали соответственно. Кроме написания собственных произведений, композитор может и преподавать музыкальные теоретические дисциплины. Гармония, сольфеджио, оркестровку. Каждый, кто хоть раз был в Киевской консерватории, наверное, заходил отсюда. Я предлагаю зайти с другой стороны. Национальная музыкальная академия Украины. На самом деле это одно и то же здание. И, кстати, памятник архитектуры. Поэтому внутри очень красиво. А попасть сюда на экскурсию совсем несложно. Даже не обязательно быть студентом. Вот вам первый лайфхак. Вуаля, и вы уже внутри. Этот дом мне напоминает мистический отель из фильма «Сияние» по Стивену Кингу. Помните? Это потому, что раньше, в свое время, тут действительно была гостиница, одна из самых дорогих в Киеве, кстати. И вот это вот отельное планирование заметно до сих пор. А еще заметны архитектурные традиции строительства начала 20 века. Высоченные потолки, пафосная центральная лестница и вестибюли и немного стрёмные коридоры и укромные уголки. Но очень фактурные, прекрасное место для фотосессий. Вот вам второй лайфхак. А еще в первый раз здесь очень легко заблудиться. Хотя планировка и кажется симметричной, это обман. Поэтому возьмите с собой клубок ниток, что ли, или крупу, чтобы рассыпать на своем пути. А еще возле каждой второй аудитории здесь есть такие вот мемориальные таблички с именами выдающихся людей, которые учились или работали в академии. Это ж сколько нужно мрамора! Стены академии вообще очень информативные, потому что кроме мемориальных досок, они покрыты еще и разными очень полезными объявлениями. Об отдыхе, стажировках, учебе и возможностях неплохо подзаработать. Призовой фонд 141 тысяча евро. Кажется, у меня есть бизнес-план. Смотрите, берем 3 скрипачей, 3 виолистов, 3 виолончелистов, едем на музыкальный фестиваль в Вену, берем все призовые места и срываем огромный куш. Чтоб не бачили. Если бы Андрей нашел этот предмет в коридорах музыкальной академии, он бы, наверное, захотел извлечь из него какой-нибудь звук. Но я вам скажу, что это не музыкальный инструмент. Но в нем хранится очень важная вещь для любого оркестра или хора.
В этом кейсе Елена хранит дирижерскую палочку, при помощи которой управляется симфоническим оркестром. А это, на секундочку, по меньшей мере полсотни музыкантов. До этого она занималась фортепиано и дирижировала хором. Но желание работы с оркестром победило. Мой любимый инструмент – это оркестр. Для меня это один инструмент. Основное – это заинтересовать оркестрантов. Это самое основное. Потому как без энтузиазма, если не заинтересовать оркестр, даже если ты будешь божественно хорошо дирижировать, у тебя будут прекраснейшие схемы, но ты будешь без эмоций, без интереса это делать, они не будут играть интересно. Не будет одного коллектива. Основным инструментом дирижера, безусловно, являются руки. Они задают музыкантам схему, ритм, темп произведения, места вступления музыкантов, эмоции, которые они уже извлекают из своих инструментов. И именно дирижер доносит аудитории все то, что хотел сказать композитор в музыкальном произведении. Настоящий дирижер может озвучить нужную информацию оркестрантам и головой, и туловищем, и даже взглядом. Такому мастерству учатся всю жизнь. Ты постоянно сталкиваешься с чем-то новым. В партитуре ты каждый раз находишь что-то новое. Ведь открываешь партитуру, когда был молодой, когда учился еще. Эту же самую партитуру открываешь через 5 лет и будешь видеть ее совершенно иначе. Ты будешь совсем по-другому мыслить. То же самое, когда откроешь эту же партитуру через 20-30 лет. У тебя уже будет опыт, эта партитура будет совсем другой. Поэтому учиться на дирижера нужно всю жизнь. У нас в академии занимается 120 иностранных студентов. Почти все они из Китая, один из Ирана. Вот. И значит, они занимаются в основном на фортепиано, вокал особенно популярный, саксофон и в меньшей степени оркестровые инструменты. Это имеется в виду там кларнет, ударные. Иностранные студенты учатся по той же программе, что и украинские. Никаких ограничений. Разве что некоторые языковые сложности в общении между преподавателями и учащимися. Особенно на первых курсах. Собственного подготовительного отделения для иностранцев здесь нет. Абитуриенты могут подготовиться на любых языковых курсах города и предоставить сертификат. Наши выпускники пользуются спросом. Ну, они пользуются спросом не только в оперных театрах и в музыкальных оркестрах, именно как преподаватели вузов. Наши выпускники – много проректоров, деканов. Международное сотрудничество работает и наоборот. Украинцы могут какое-то время стажироваться за границей. Национальная музыкальная академия – первый профильный вуз в Украине, который запустил программу обмена студентов. Чем эта программа интересна именно для музыкантов? Тем, что они могут поучиться у лучших заграничных педагогов. Но кроме того, еще и поучаствовать в разных оркестровых проектах. Для участия в программе обмена нужно подать заявку, резюме и еще несколько стандартных документов, а главное – аудио, а лучше – видеозапись своих выступлений, и стать лучшим среди тех, кто подался в 2 этапах конкурсного отбора. Студенту ничего не треба платити, йому треба лише правильно підготувати пакет документів для подачі і пройти конкурсний. Студенту нічого не нужно платить. Йому нужно только правильно подготовить пакет документів для подачі і пройти конкурсний отбор. Він проходить вначале у нас, а потім в приймаючому вузі. Все його обучение оплачивает Євросоюз. Тобто він отримує від Євросоюзу стипендію на проживання, окремо стипендію на перельот. Для каждой страны рассчитывается сумма, и этих денег хватает, чтобы спокойно там работать, оплачивать жилье, питание и даже путешествия в другие страны Евросоюза на выходных. И даже подорожі до інших країн Євросоюзу на вихідних. Итак, бегом в деканат узнавать детали и сроки подачи заявок. Ну или найдите информацию о программе Erasmus в академии на ее сайте. Наверное, ни один музыкальный инструмент не имеет такого статуса, как фортепиано. Оно занимает особое место в иерархии музыки. Соответственно, и обучение на нем в академии выделено в отдельный факультет. Вот за ней надо следить.
Нет практически ни одной музыкальной сферы, где бы не использовалось фортепиано или рояль. Его можно увидеть и в качестве сольного инструмента, и аккомпанемента, и в составе оркестров. По словам преподавателей, выпускники Академии пользуются большим спросом и не остаются без работы. Без нашего инструмента никуда. У нас же, когда пианист заканчивает консерваторию, он получает квалификацию концертного исполнителя, он получает солиста камерного ансамбля, концертмейстера, ну и педагога. Струнные, духовые, ударные – это очень условный список инструментов, которые изучают на оркестровом факультете. Однако при таком богатстве выбора главное определиться, к чему же больше лежит душа. Я определился. Но самый многочисленный факультет в Академии – оркестровый. Сейчас на нем учатся почти 300 музыкантов. Еще одной особенностью является то, что все студенты задействованы в 5 внутрифакультетских коллективах. Кроме симфонического, духового и струнного оркестров, можно записаться в джазовый биг-бенд или ансамбль современной музыки. Они артисты, солисты, они артисты камерного ансамбля, они артисты оркестра. В обязательном порядке они получают преподавательскую квалификацию, то есть они педагоги, имеют право работать в высших учебных заведениях. К тому же некоторые получают квалификацию дирижера оркестра. Слушайте, ну, музыкальную академию не перепутаешь ни с чем. О, скрипочка. Как только сюда попадаешь, сразу понимаешь, где оказался, потому что отовсюду звучит музыка. Слышите? И действительно, музыка доносится из каждой аудитории. Наверное, если послушать у кабинета ректора, оттуда тоже будет звучать какая-нибудь скрипка или фортепиано. Ученые говорят, что слушать музыку очень полезно, потому что в мозгу формируются новые нейронные связи, а еще снижается уровень стресса. Поэтому приходите в консерваторию, даже не на концерт, а просто так. Ага, это они не в аудиториях играют, а просто в коридорах студенты вот тренируются играть на баяне. Только я что-то шапочки для денег нигде не вижу. Ха-ха-ха-ха. Смотрите, и на скрипке. Вау, и на бандуре. Хм, это же Металлика. А, нет. Пары у студентов музыкальной академии проходят не в коридорах, как я сначала подумал. В свободное время или между занятиями они оттачивают свое мастерство, совершенствуя технику игры на инструменте. И это невероятно. Во-первых, с точки зрения мотивации студентов. А во-вторых, для меня, случайного слушателя, который попал сразу на 20 концертов уличных музыкантов в одном месте. Словом, как будто попал на какой-то огромный саундчек и чувство, что вот-вот начнется грандиозный концерт. Концерты разного масштаба и в самом деле проходят в Академии почти каждую неделю, а иногда и чаще. Для студентов это прекрасная практика, потому что послушать и посмотреть на них приходят не только родители и знакомые, но и обычные слушатели. Кроме того, я всегда рассказываю о разных центрах культуры и искусств, где молодежь может развить и усовершенствовать свои творческие способности, раскрыть свою артистическую натуру. Тут вот, пожалуйста, весь ВУЗ – центр культуры и искусств, только профессиональный. Вот теперь узнаю. Ну, слушай, это же профессионалы, а я... Дело в том, что люди, которые приходят сюда учиться, собираются заниматься музыкой всю жизнь. Ну да, я, Сережа, в очередной раз убедился, что музыкальная академия – место для талантливых людей. Мы были в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. На этом все, пока. Берите выше. На бис.